Глава Крымской пресс-службы Министерства обороны Украины Владислав Селезнев на своей странице в социальной сети Facebook сообщил о захвате вооруженными людьми военного комиссариата на улице Киевской. Так называемые представители самообороны Крыма расставили своих автоматчиков на этажах здания. Всего их, как сообщается, 100 человек. Кроме оружия, у них бронежилеты и рации. Все офицеры украинской армии выведены за пределы объекта.